У Могилевской области подвели выники года культуры в Беларуси. Лепшие коллективы узнагородили грамотами, а гостям урочистой подеи подаровали святочный концерт. «З любовью до тебе, Беларусь» стал пригожим завершением селетних культурных справ. А это шерох национальных и международных форумов, фестивалей, выстав, пленеров. З выниковой культурной подеи в области. Наступный сюжет выпуском. Гостей святочной подеи сустракали у холи Палаца культуры в области. Больше 120 тысяч разностайных культурных подей прошло сёлета у Могилёвской области. Одна из них связана с книгодрукарством. Свет убачила выдание «Спиридон Соболь» и в итоге Могилёвского книгодруку. Ее экземпляр уручили министру культуры подчас святочного концерту. У книги представлены уникальные периоды Могилёвского книгодруку, праз наибольш яскравые книжные помники и лёсы их створальников. Свою працу подчас святочной подеи демонстрировали и ромесники. Каждый из них на протягу года приезжал у Могилёв на фестиваль таланта Могилёвщины. Сюда укладываем любовь, душу, на хорошее настроение. Всегда с хорошим настроением делаем работы. Это увогуле чудовная, чудовная, пригожая кропка всего того, что напрацавано за год увогуле у рамках нашей области. Потому что на этом мероприемстве представлены лепшие коллективы нашей Могилёвщины. Телевизионную трансляцию святочного концерта «З любовью до тебе, Беларусь» глядите у неделю на телеканале «Беларусь» 4 Могилёв. Початок у 18:10. Андрей Шуляк, Александр Артемьев, «Новини регион».